Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Снеговик, Фусик, Фантом, Гуд Фокс. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Я должен с этой пиццерии сбежать, а пацаны не должны мне дать этого сделать. Но если я в пиццерии, они меня не мочат. Только я пытаюсь выйти, они начинают меня сдерживать. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Так, здесь у нас есть что? Дверь есть, где можно выйти через улицу, но понятно, что они мне не дадут этого сделать. Будут максимально меня сдерживать, да? Конечно. Да, я не выбежал. Он сразу проверяет, это я сбегаю или нет. Я просто проветрил, жарко в пиццерии очень сильно. Так, подождите, у нас тут должен где-то быть проход. Прохода нету. А, здесь, я помню. Только один выход. А, нет, где-то еще есть должен проход быть. Ну, так а вот. А, это разве он? Ну, вентиляция. Ты меня обманываешь, я знаю, что где-то тут еще должен быть проход. Ладно, не верю. Я добрый аниматроник, это вы уж охраняете, видите, я за скриптово нахожу. Просто изучаю все здесь. Смотрю все. И убегаю. Я смог сбежать с пиццерии. Так, мне так... О, знаете, какая цель? Короче, я должен сбежать с пиццерии, и когда я уже сильно далеко отбегу, я сбой программы, я начну всех мочить. Нифига себе, здесь карта. Здесь можно заблудиться в ней. Я засаду тебе сделал, на самом деле. Все было очень продумано, до мелочей. А я, думаю, тебе поддавался. А, ты поддавался. Это моя фишка, это я так должен был сказать. Ха-ха, что я поддавался. Ничего. Так, где-то есть проход. Вот, я знаю, что я его пропустил. Че, я выбежал, что ли, отсюда же? Да, карта запутана. Как же мне в город попасть? Моя цель как-то попасть в город. О, отлично. Пацаны, я в городе. На остановке автобус жду, чтобы доехать к вам. Это ты зря. Это вы очень, пацаны, зря. Программа слетела. Аниматроник монстр в действии. Кстати, у меня 25 тысяч жизней. Я не знаю, как вы меня будете убивать, но у вас есть шанс. Ого, сколько бежать. Если б я не умел телепортироваться. Классная карта. Очень оптимизирована. Мне нравится. На ней можно миллион режимов записывать разных. Эй! Кто стреляет? Так, отлично, отлично! Бенди вижу, бежит, убежал. Стоит, смотрит. Так, вижу маньяка возле забора, бегает. Бегает маньяк. Ха-ха-ха-ха! Пацаны, я вас вижу всех! Там так интересно, ты заблудился. Так, надо маньяка убить. Надо убить маньяка. Так, палим. Бенди нету, никого нету. О, вижу, охранник выбежал, бежит охранник. Так, где-то я видел только что маньяка, ник его подсветился. Ну я видел. Ну где ты, маньяк? Фусика, зачем ты убил-то? Я не знаю. Да, а ты пока думал, что это я, что ли, черный? Да. Бенди похож чем-то. Стефусик и был маньяком. Спасибо, пацаны, что убили маньяка за меня. Так, стоим. Все-таки я хочу их повыхватывать. Пацаны, я сбежал с пиццерии, я возвращаюсь назад. Все, программа вернулась назад, я опять добрым стал. Я музычку могу делать, да? 3000 хп. Нифига себе, у него сколько жизней. Как мы тебя вынесем? Скажи, пожалуйста. Ну не знаю, может тогда использовать вот тот какой-то... О, монетку можете использовать. Нет. Слышь, маньяк, я добрый. Я тебя вижу. Ты палишься очень сильно. Не надо так делать, я не люблю маньяков. Знаешь, когда пытаешься, ты думаешь, что ты невидимка, а сам на самом деле нет.
А знаешь, ты у меня такой как водяной такой вот немножко прозрачный. Да. Оно видно. Да, но не всегда. Бывает, когда сильно быстро перемещаешься и без внимания, тяжело увидеть. Ты когда конкретно знаешь, что он где-то есть, тогда видно. Я не выхожу, я просто проветриваю двери. Прям на краешке стою, пацаны не мочат. Да стой, стой! Все, пригвоздили, ладно, я хочу проверить, что будет. Мочите, мочите, давайте. Испоганьтесь. Нифига себе жизни забирает. Он убежал. Так как это я убежал? А в смысле, я не вижу твоего ника. Как это не видишь? Я сижу в кустах и прямо на тебя гляжу. Видимый при том. Подойди до горок, посмотри. Ну чё, видишь? Ну ладно, ладно, я просто хочу, чтобы было интересно, но получается прикольно. Давайте, выносите монетку, я хочу же другого аниматроника взять. Ой-ой-ой-ой-ой, нормально, пацаны, пойдет, мне нравится. Нормально, вынул. Все, последний выстрел. Так, пацаны, ну что, выиграли в этот раунд вы. Блин, еще гвозди остались того. С той серии. Так, давайте, наверное, возьмем. С этого пилпака возьму. У нас есть вот такой вот классный. Музычку классную делает. Это добрый, видите? Это добрый, да. В следующий раз мы этот режим допилим. А таким образом, что там же есть аниматроники, где два режима, добрый и злой. Да, я немножко этот, но уже будем так записывать. В следующей серии мы сделаем по-другому. То есть, когда ты сбегаешь, ты получаешь злой. Так понял? Да. Я же заскриптованный, как робот хожу. Мне так нравится играть в этот режим. Вроде все вместе играем, но никто никого не мочит просто так. Да будет момент. Ускорился. Научился. Блин, а ты пэхаться не могу за этого инвалида. Потому что Фокси, он депортируется. А я даже не знаю, где тут грань пиццерии, где она заканчивается. Вот тут, наверное, да? Нет, не вот здесь. Нет, не вот здесь. Это вообще не здесь. Так, я пацанов запутал, надо бежать быстрее. Блин, успел! Я знал, что там есть дверь, я вспомнил. Видите, как все прошло удачно? Ха-ха-ха! Дротики летят в разные стороны, но они не могут попасть. Ой-ой-ой, это было реально мощно. Аниматроник очень такой... довольно-таки медленный. Мне кажется. Слышишь? Ой-ой-ой, это было больно в пузо. Слышу. Давай, давай, испоганься. Это сбой программы небольшой. Значит, небольшой. Ну да, как у тебя микрофон сейчас лагает, такой у меня этот. Аниматроник. Ладно. Кстати, а металлический против меня надо использовать только мощную бомбу, чтоб ты знал. Угу. Все за мной бегают, так прикольно. Реально классный режим, мне нравится. Я заготовил. Я знаю. Я ж не сбегаю, я просто хожу. Ты понял? Ожидаемо. Ожидаемо, да, было? Все. Блин, он за мной бежит. Отвали. Я не могу ни ты пэхаться, нифига не могу. Но карта здоровенная, поэтому я все равно сбегу. Уверен? Конечно.
Так, отлично, отлично, ребята. Стоим. Палку нашел. О, что-то у меня электричество кончается или что? Тут в воде, короче, гитара в бойнике лежит. О, использую ее. То пасхалка. А это не ты потерял? Нет. Жалко. Ну чё, а вы где? Ищем. Ищите, да, меня? А вы меня не найдете, я в дом зашел, там где жилые зоны. Так, надо мне тогда бомбу здесь положить и активировать ее. Я этот, короче, аниматроник-взрыватель. Минер. Так, активировано, активировано. Ух ты! Ты еще была еще. Отлично, ты был рядом, раз тебя убило. Офигеть! Нормально дом поджег. Вот ты-то дыма наделал. А как ты меня убьешь? Мочите меня. Ты видишь, я бомба? Есть! Ну, наконец-то взорвалась моя мощная бомба. И я думаю, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну, а всем отличного настроения и всем пока!